Конченая, Мишка, может быть, да и после долго мы есть. Вы чё, патруль-бродяг? Где вы взяли байк, а? В Караканде взяли. Из бродяги, что ли? Ну, слава богу. Холли дрен... А давай ещё будем повреждать. Вдруг ещё кто-нибудь сядет. И всё. Главное, сломаешь всё, что угодно. Ты же знаешь, как посмотреть? Угу. Крестик. Угу, и все. Просто икс. Угу. Крестом. А рубль. А тут должен быть лом. Да. Очень логично. Лом. И что тут может быть? Стерилизатор, аптечка, огнетушитель. Или лом. Да. Еще один лом? Винты. Нет. Веревка. Что это? Запальные свечки. Ну-ка. Что будешь фриков приманивать? Кинешь это, и вдруг фрики сходят. Что еще здесь может быть такое? Порох, банка, тряпка, порох, лом. Еще можно. Еще можем создать. Еще давай создавай. А теперь можно это. Создать и вот взять. Свечу зажигания. Ну, как раз для этого я и делал. Для бомбочки. Угу. Перейдем. Вот и едем дальше. Бинтик. То, что надо. Что это такое? Улучшенная булава. Что за булава? Булава. Урон хуже. Прочность такая же. Булава лучше. Но то, что у меня, оно круче. Но булава... Булава. Булава по виду это... Страшная. Угу. А тут должен быть лом. Ну, я на это надеялся. Потому что много... 5, походу, 4. 4, ну. Много сейчас ушло. На создание всего. Как раз лома. Нам не хватает. Ломов много не бывает. Лома. Лома много не бывает. А когда ты говоришь ломов, это имеет ломов, наверное, то чем ломает большая железная палка, так назовем это дело. Что? Так, тут а здесь обновилось. Тут кто-то что-то бросил. Да, здесь обновился. Там гвозди. Тут бутылки. Так, тут мы хорошо. Подсоберем. Сейчас зажигание, тряп. Дневная бутылка. Бутыль. 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 Ничего, нет. Железная. Будильник. Будильник. Ну, это для этих. Манков. Угу, в том числе. Топорчик. Так, керосинчик нам нужен. Нам нужен керосин.
Опа, видите, обновили что-то тоже. Помнишь, где здесь, кто здесь был? На этой остановке. Наверное, там были риперы, походу. Криперы? Нет. Прикинь? Шакал, шакал, по-моему, здесь. Шакаль, шакаль. Шакальчики. А вот тут? Волки позорные. Ага. А он там что ли это? Эй! Ты куда? Кыс-кыс-кыс! Кыс-кыс-кыс, волчь. Ты куда уходишь? Странный. Странный волк. Ага. И очень странный. Не знаю, убежал. Взял и убежал, а не напал. А, вот еще что? Один. Теперь он просто идет. Никого не замечая так. Эй! Эй, ку-ку! Вы нюх потеряли, что? Что забился? Укусил и ты его убил. Ну не кричи, не. Это как-то нелогично. Не кричи. Yes. Чё кричишь-то? Я тебя хорошо слышу. Теперь наверх. Чё тут наверху что-то такое? Столик. Тут кто-то отдыхал. Вечеринка. Вечеринка в стиле танцевалка, дискошар. А тут и лагерь еще был. Ну да, типа такого небольшого лагеря. Яд что ли? Ага. А яд помнишь для чего? Яд для травы. Ну да. А что сделать? Отравленный болт. Патроны для пистолета, пулемета. Давай-ка скажи, прыг! Да нет, лучше слезть. Давай попробуем. Лучше слезть, здоровье дороже. Так. Так, так, так. Еще где керосинчик? Куда наш керосин делся? Так, палки нам нафиг не нужны. Заправка. Зачем нам палка? Ага. Зато заправка есть. Так, мы что тут, пропустили что-то? Нет, вроде. Зато или будильник вот. Пропустили. Ну да, а вот и керосин. И керосин, наконец-таки, и яд еще. Для так. Отравленного болта. Сразу ставить, сразу коктейль. Сразу коктейльчик создадим. И вот подъемник, смотри. Это станция техобслуживания. Здесь машинки можно было поднимать. Так. Туалет. Туалет. А чё в туалете? Кто в туалете живёт? Кто в туалете живёт? Тук-тук. Кто в туалете живёт? Тук-тук. Вот кто в таком маленьком туалете живёт? Да. Это я, почтальон да Печкин. Да не кричи, мило. Я это слышу я, тебя. Это я, почтальон Печкин. Тебя хорошо слышу. Сижу на туалете. И не беспокоить. Там... Всего лишь 86% гнида. А там волчатина. Или олень. Прям рядом с тобой. Кто-то рядом с тобой. Да? Кто? Да. Как означает это. Вот этот значок. Что зверушка какая-то. Какой значок? Это нет, это растение. Нет, впереди растение. Вот ягода, а вот это вот растение, про, ну, какое-то другое там, понимаешь? А мне кажется, это не ягода. Ну, ладно, не ягода, так не ягода. Чё тут, обрыв, что ли? Чё нарисован? Так, я хочу спалить вот эту вот гнездо. Ну, гнездышко. А их тут несколько. Три целых. Три раза? Да. Ещё одно. Раз, два. А нет, ты посмотри, там пот есть еще. Прям притык. Вот второй ромбик. Вот второй ромбик выглядывает. Видишь? Ты какая глазастая. Значит, мне еще два керосина надо. Да что ж такое-то? Ужас. Тихий ужас. Ничего, куда ехать? Ничего хуже нет на свете. Давай сюда еще раз проедем. Вдруг там фрики опять будут. А, обновилось, может? Может, опять фрики будут? Я к тому, что керосин появится.
Они фрики, мне они нафиг не нужны. Еще это такое. Я уже походу. Опа. Кто? Что? Не опа. Кто, а что? Что-то что? Есть. Аптечка. Аптечка, аптечка нам зачем, если у нас их и так много. Да тут вот машина закопалась. Ну не закопался, она упала. Вниз вообще. Да. Да, да, да. Вниз упал и повредил. Крик, опять же. Не попал. Промахнулся. Да. Недолет. Чё там прям это? Недовольный. Походу его рассердили. А может тут это? Опять будет орда. Нет, а откуда она появится? Я же ее уничтожил. Только а так, если крик там много будет, как и все. Маленькой ордочки. Чему-то. 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 Угу. А то тут бумажки летят. Бумажки. О, керосинчик. Ура! Керосинчик. Это уже хорошо. Так. Еще одну создадим. Что я сделал? Что я сделал? Какой ты, молодец. Ты фугас сделал. Но он, конечно, не помешает фугас. Он тоже хорошо в действии. Так, это палка. А зачем нам палка, если у нас есть другая палка? Да. Палка с напиль, палка с пилой, топор улучшенный. Еще лучше. Ну, куда еще один керосин делся? Нам еще один нужен. Сейчас, думаю, найдем. Да где-нибудь. О, бутыль. Бутылек. Да. Бутылек. О, бензик. Бензинчик. А зато теперь растения. Грибочки. Выдвини мне, пожалуйста. Не выдвини. Грибочки. Там грибочки? Ты мимо грибов проходишь? Ну мне больше все-таки не грибы нужны. Керосинчик. Диме нужен. Чему-то. 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 А тут кто-то купался. И воду все еще оставили. Я думал, может, засохнет или заплесни. Будет плесень, а там даже и плесени нету. Там одна вода. Фриков, конечно, тут и нету. Очень подозрительно. Тут очень подозрительно. Очень тихо. То, что подозрительно. Мы здесь доставали Сарой какой-то прибор. Какой-то принтер, что ли? Нет, не принтер. Ксеркс. Нет. Прибор для работы с ДНК, насколько я помню. Здесь как раз была бойня. Ага, тут дверь мы никак не могли открыть. Не идет. Угу. Там что-то есть. Точно что-то есть. И напрасно же тут был лагерек. Точно. Будет открываться. А мы тут были. А что тут есть? Вот этот прибор. Это похуй. О, порох. Да, угадал. Это был порох. Тут уже. А оттуда открывается. А оттуда не открывается. Нет, странно. Ну так-то может и заторимся здесь как следует. Может, где ты здесь был?
этот раз. О, а тут зеленым горит. Если помнишь. Дикон зеленый. Тетя. Не одетая почему-то. Ну, не кент, потому что. Потому что другие взяли. Это. Надели платье. Ага. Или шорчики с футболочкой. Или лифчик. Может. Вот тут как раз была дырка. Вот она. А там ящик был. Который она двигала. Все может быть. Да точно говорю. Это точно что-то ей же. Тут дверей много, поэтому много чего есть. О, керосин. Керосин. Ура. Стерилизатор. Теперь можно еще один коктейльчик взять. Теперь три. Теперь что тут? А тут чье-то гнездышко было. Еще один керосин. Отлично. Супер. Это мы хорошо зашли. Да, очень там все обновилось, там еще взяли керосин. Тут, походу, преподаватель был пьяный. Почему? Потому что доску он все испачкал. Ну, все может быть. А тут двери вообще снесло, под кукушку. Мы сделали это специально и не специально, но все-таки не надо. Специально. Давай, не надо лишнего. Лишний болтан. Писсуар. Полистирол. Ну, пластик, грубо говоря, такой. Чтобы его в керосине размочить и из него сделать напалм. Короче, мы тут полазили. Хорошо, тут мы побывали. Все бесплатно дают, тем более. Еще хорошо. Еще хорошо. Еще лучше. Не можем взять так, так возьмем. Прям на стол залезем и возьмем. Там, походу, кто-то керосин пил. А дверь не открывается. Припёр там там. Колгейт. Total Pro. Тут яд. Яд. Отравленный болт. Можно а что тут? А что тут синее такое? Где? Вот сюда, поближе. Что тут? Вот тут я немного голубой показываю, что это. Ага, что-то найти можно, кстати. Интересно. Посмотрим поближе. И кто тут может быть? Или что тут может быть? А что не мы ищем? Не знаю, что мы ищем. И для чего ищем? И зачем мы ищем? Тут не откроется. Закрыто. Я же сказала, не откроется. Туда попасть можно и что-то найти. Не туда. Но я знаю, как туда попасть, собственно. Там машину за моим Сарой двигали. Только машина тут. Вот она уже подвинула. Стоп, нет, не сюда. Как не сюда? Ты шо, свихнулся? Там спрыгнуть можно. Что мы там должны найти? Лагерь или что? По-твоему? Не знаю. Говна кусок. Ну что мы ищем-то, я не понимаю. Мил, я сам не знаю. О, тут мы тоже вниз спускались. Да, я же тебе говорю, спускались. Прямо вниз. Прыгнули. И все. Интересно, на самом деле, что мы вообще ищем? Никого. Вот что. Что тут у нас? Всех истязали. Кого-то. А тут яд был. Они все отравились. Но это мы проходили.
А зачем повтор? Он что, глюканул просто, что ли, игра? Эй, это так должно быть. Ну, это мы уже видели, что они все траванули. Ну, может, ох, порох. Ага, тут чипсы были. Система хранения. Предохранение. Расхранение. Перехранение. Чипсы. Полистирол. Ну так-то затаримся как следует. Ага, чемоданы прям тут можно собрать. Это все хорошо. Целый чемодан прям. Ничего не скажешь. Собрать можно. Сколько здесь? Ничего нет. Эти траванулись, да, это я помню, по сюжету мы бегали здесь. Да, что там все траванулись. Попили яд, да и сдохли. Ну, чтобы не стать фриками или не столкнуться, не погибнуть от их руки. Что-то типа такого. Чтобы их не съели. Так, что, повыше там можно пробежать? Ну, брат. Еще что-нибудь найти, керосинчик. Сейчас, может быть, даже и крикой будет выбегать ночью. Могут. Здесь шоколье было, кстати. Шоколье. Что это было? Так. Бинтики. Бинтики. Так, там что-то валяется, не пропустить. О! Керосин! Керик. Гелик. Керосин, керосин, керосин. 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 Еще керосин. Вау! Так, можно уже и напалм тоже делать. Так, а я что делал? Керосин с напалм? Переключился. Еще один напалм можно. Ну да, надо набирать, чтобы держать максимально много. Еще один керосин. Угу. Максимально Фу. Много держать керосина. Чтобы уже создавать напалм. Ну или так далее. Так. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Тряпку. Тряпица. Черепица. Да, много тут чего бесплатное дается. Ага. Не плати, а бесплатно бери. Так просто. Ну, как подарок. Что тут было? А, вот, блин. Вот. Где-то здесь. Ну, вот здесь что-то валяется. А, вот. Баночка. Банка для манка. Банки тоже нужны. И порох. И будильник. Разбудильник. А тут еще идут туман. Чё? А мне кажется, тут туман. Туман, туман. Растуманился. Вот ты очень уже много понабрал. Ну, очень не очень, но что-то набрал. Яд. Ага. Взяли много яда. Да не отравились-то еще. Ну, это болт делает ядовит. Потому что мы еще никогда... А я уже пользовал один раз. Ядовитый болт делал. Прям так сразу. Ну там противник корчится и умирает. Прям так сразу. Еще одна бутыль. Хорошо. Бутыль? Угу. Пропустил. Бутыль — это хорошо, потому что без нее не сделаешь... Напалм, ага. Так, еще тут похоже что-то есть. Бутылочка, пивная бутылка. Тут бачком еще пробежишь, еще что-нибудь найдешь, да? А, еще бензинчик. Ну, давай заодно заправим тропакет. Тут мы хорошо зашли. Ага, прям до ночи тут Опа. Прокопались. Опа. Вот, порох.
Мы до ночи тут прокопались. Накопались. Так, давай заправим наш прибор. Тут тупит. Всего лишь 96. Порядок. Ага. А тут тряпка. Сейчас тряпку возьму. Да тряпка вообще не тут. А-а-а. А-а-а. Давай съездим, купим в этот, в светильник. Да-да. Дим, ты ж пропустил тряпку. Места нет тряпки. Есть. Есть. Ну, ладно. Найдем потом. Все, уезжаем. Валим отсюда. А тут туман. Есть немножко. Тунь! Сбился. Я тебе потом отвечу, хорошо? А теперь отсюда валим. Вдруг еще медведи проснутся. Куда ты едешь, интересно? На камни? Какой город камни? Бамш. Бамш. Она баннер делает. А, не знаю, что она там баннер делает, но появилась она явно не вовремя. Тут одна банша гладит белье. У нее идеи там из головы. Светильники купи. У нее идеи там генерируются безостановочно. Прям это, одну придумаешь, а и тут еще вторая одна идея. Другая банша, которая поет. Она обход там баннер делает. Банша. О, мы прям гнезда видим. Сейчас птички тебя поцарапают. Могут. Поцарапунки. Так, сперва тут нужно разобраться. Вот с этим. Дружком. Крепкий, ночной. А ночной с двух раз. Только пилой. Я сейчас два раза. 5 коктейлей молотовый и 3 коктейля на пау. Так, пока они не взлетели. Надо их прибить молотовым. Высоко. Блин, успели. Хоть гнездо уничтожили. Взлететь успели. Сейчас будет сарапать. Не попал. Все, птичка улетела. Явности. Вот, может это минута полетит. Не попал. Не попасть, ты не видишь. Он же. Они же летят вниз. Ага. На, лови! Возьми еще. Будет вкусно. Все уничтожили? Нет. Еще что ли есть? Да. Твою же дивизию. Хорошо, что побольше сделали. Что, что делали? Побольше сделали. Чего? Коктейли? Да. Да еще даже напал не сделали. Лом всегда хорошо. Так, ну что, уничтожим эти гнезда? Ага. Все, гнезда у нас. Хорошо. Грибочки! Ты грибы проходишь. Я понял, тут летают еще, видишь? Грибочки. Птички невеличечки. Угу. Тут вместо грибов птицы. А тут грибы уже. Ежовик какой-то. Ежовик. Ежовик. Ежовика. А тебе тряпка, которую ты очень хотел. Чтобы я сделал. А для чего тряпка тут нужна? Бинты только делать. Бинты, да.
И все? А коктейль Молотова? Тоже, по-моему, тряпочка нужна для того, чтобы запал делать. О, лом. Для чего, зачем делать? Зачем тряпка там? Ну, ты из бутылки торчит, как запал, тряпка. Ты ее поджигаешь, она горит, бутылка разбивается, и эта тряпка горящая поджигает основной запал вот этой смеси. Понимаешь? А-а-а. В этом смысле. Так, ладно. Чё тут можно патрон найти. Патроны, а тут кто-то в машинке помер. Да? Патроны максимум. Ага. А тут двое прям в машине померли. Ну, зато лом есть. Лом всегда хорошо. Без лома никуда. Так, ну что можно сказать? Все. Что можно сказать? У нас есть еще сколько коктейлей Молотова? Один. А если напалм, то три. А если всего? Ну вот если мы сюда поедем по заданию. Ну-ка. Что у нас там? Сюжетная линия. Защита слабых, трофей, охотник на зараженных. Избави крикунов в южном регионе. Зараженная зона на дороге. Да, там много вообще. В южном регионе, ага. В южном регионе гнездо. Сюда можно поехать как раз и набрать здесь силу. И задание здесь рядом. Тут банши, по-моему, дала. Классно приземлился. Опа, шоколята. Шоколята. Шоколад. Там еще один. Ага. Никто не напал. И не напал мы. Ну да, не здесь, где-то наверху. Тряпка. Так, надо сохраниться. А то вдруг медведи. Ага. Вдруг орда. Вдруг еще это, громила. Вдруг волки. Вдруг волки-шатуны. Вдруг лыкачи, альбиносы. Тихо, и так тихо, далее. Да. Ну и ворона. О, шикарно. Фрик? Нет, это фрик. Здоровый больно. Здоровый больно. Громила? Здоровый больно для шакала. А может быть и громила, конечно. Ну, вроде бы. Да, какой-то он большой. Больно. Боль. Керосинчик.
Нужен керосин. Да, потому что там есть несколько гнезд. Которые нужно подпалить. Ну там по заданию даже предупреждают, что... Бери керосин. Ага. Давно такого не было. Вообще здесь похоже на Орду.
Так, вот это вполне похоже на болото. Посмотрим. Мотоцикл уронили, гады. Сохранилось? Хорошо. Пойдем собирать яды. Ты где тут? Ага, чуть подальше. Ну что, давай на мотоцикле. Фига, фига. Пойдет. Что у нас? Теперь нужно с гнездами завершить заодно, раз вы здесь. Да? Да. Сохраняем. Поехали. Птичек вижу. Гнезда. А, это как раз где собирали полистирол. Точно. Так, бутылка. Создать. Только две, да? Печально. Здесь гнезд, по-моему, много. Не напалмом же сжечь. Жалко напалм. Может быть, здесь будет еще немножко керосинчик. А? Нет. Нет. Что-то есть, но не то. Еще одно гнездо осталось. А на него керосина. Ну-ка.
А керосина нет. Блин. Ух ты. Вот это поворот. Вот это поворот. Где тут объект исследования? Ой, как красиво. Это у нас что? Еще один регистр. Это тоже заряд. Сержант, заметка номер 1005. Собираем данные в секторе 812. Это мост на 97-й трассе. В прошлый раз мы прикрыли датчик движения 8.0 три дня назад. С тех пор через сектор прошло еще 8000 Homo sapiens mutans turbo. Вот это орда. Ты знаешь, сколько людей жило в Калифорнии до того, как все случилось? Без понятия. 39,25 миллиона. Предположим, половина населения погибла либо от вируса, либо от рук других участливых людей после. Значит, остается еще сколько? Порядка 20 миллионов Homo sapiens mutans. Я не понимаю, это вы к чему? Я к тому, что 10 тысяч – это капля в море. Прежде чем все кончится, мы увидим десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы зараженных. И они будут шествовать по этой трассе, как толпа пингвинов-людоедов, идущих кровавой тропой к морю. Сэр. Проехали к обрыву. Обнули датчики, валим отсюда к чертовой матери. Железный Майк был прав. К нам до сих пор ловятся туристы из Калифорнии. Голоднее и не такие разборчивые в еде. Согласен. Так, ну чё. Только два гнезда осталось. Но керосина нема. Поедем, сдадим задание. О, волки. Позорные. Нормально так. Да, неплохо. Пистолет, пулемет, ништяк долго. Банши, что ли? Ну, или это альбинос? Чуть не кричал, устал, походу. Голос пропал. Так, ну чё тут? Отсюда уж на... Хочешь попробовать? Нам изменили.
Спасибо, Капрал. Надеюсь, мы были осторожны, она токсична. Да. Да, конечно, мы вас слушаем. У меня есть план. Капрал, я не сказала спасибо. Отравленный болт. Новый рецепт. А он разве у меня не был? Я же его уже делал. И зажигательный делал. И отравленный. Вон, да, одна штука есть. Пепельный. Чеку навык. Особое оружие. Болт обычный, отравленный. Может быть, от разных заданий его можно получить? Зажигательных я уже наделал. Пусть будет несколько отравленных. Зажигательно не могу, нет, потому что керосина. Это обычный. Пепельный. Вот выход. И вообще, куда мы идем? Что тут? Приехали с него Брайаном. И чтобы договориться с ним, тут найти анархиста. Анархист. I'm a antichrist. Так, не знаю. Ну, их меньше-меньше становится, но они есть. Так, вот еще. Сюда надо жало засунуть обязательно. Но это в следующий раз уже. До новых встреч.